сегодня будет в школу, вот это часть вторая. Все, да? Так. Блин, только я не знаю, как это делать, что надо. Может, ты мне по демонстрации покажешь? Ну, давай ты включишь, я тебе покажу. Окей, только это, кинь файл сначала. А что, сразу ты не можешь вырвал? Чего? Ты сразу не можешь это включить? Что включить? Ну, это... Потом. А, ладно. А, хотя нет, подожди, подожди. А, хотя нет. Все. Ты что не принимаешь-то? Сейчас подожди. Просто кое-что там. Давай мне уже никогда. Нет, я тебя добавил. А что так называется? Странно, норма СПР. Так, подожди, положи. А нет, ты у меня есть? А? Не знаю, у меня пишет такая фигня, короче. Типа нет. Покажи демонстрацию, я тебе покажу. Короче. А, нет, это походу не ты. Это Джокерс, походу, какой-то. Давай заново перешли. Окей. На. Ага, теперь все так. Так, ну все, сейчас я. Демонстрацию показывай. Хорошо. Ну, ты мне демонстрацию сначала. А, вот, подожди. Давай. Открывай. Открывай, ничего. А, может быть, и нужен файл .exe? Потому что это ничего не делает. Сейчас, подожди, я попробую, если переименовать. Слушай, пацан, подожди, пацан, пацан. Пока ничего не делает, зайди в компьютер. А что, сейчас, подожди. Мой компьютер, это, зайди. Ага. Сейчас, подожди. Так. Ладно, пофиг, закрывай. Так вот, я сделал. Хотя нет, опять зайди в... Подожди, опять зайди в компьютер. Не слышу. Опять зайди в компьютер. Я тебя очень плохо слышу. Вот, теперь... Опять, за... опять это, зайди в компьютер. Короче, вот видишь систем C? Да. Ну вот, это сделай свойство там. Чего? Свойство сделай на систем C. Диск. Ну так. Свойство нажми. Ничего не нажимается. Какой кнопкой мыши? Ну, я нажимаю. Ну, правой, да? Короче, пацан, ты спалился, я же знаю, что у тебя виртуалка. Это чит? Это я знаю, что у тебя виртуалка. Какая виртуалка? Я знаю, что... Это не то. Короче, не прикалывайся. Чего не прикалываюсь? Говорю, ты, не... ты мне дашь чит или нет? В смысле? Ну, чит дашь. Окей, да. Слушай, а вот это что у тебя чит-мастер? Это? Да. Это мне другой чувак скидывал. Ну, это, открой его. Подожди.
этот не работает. Нет, выше который? Это он херню какую-то. Нет, ты открой. Мне пароль нужен. Это он мне в тот раз что-то сделал с компом, дал пароль. Ага. Кстати, надо его удалить. Хорошо сказал. О, это на сам. А что он с твоим компом сделал? Он, ну там какая-то херня выскочила, зеленый там шин и шин заблокирован, там отчет какой-то шел, там пароль. Нет, ладно, сейчас подожди. А у тебя хороший будет, не такой? Так у меня как бы мультичит. У меня вообще нормально. Круто. Сейчас. На, он, короче. Ну, нифига себе, можете там, то есть, очень много. Ну, это, типа, вообще нормально. Чит вообще классно. Я сам вот с ними играю. Мне нравится, если честно. Подожди, долго у того пацана, ну, который мне вот это скидывал, тоже долго было, я отключился, и быстрее я тебе... Или ты мне позвонишь? Нет, ты так это, стой. Нам там еще некоторые параметры надо привести. Не, я не буду открывать, ты мне позвонишь. Я с тем пацаном так же сделал. Так, ну, давай. Чего? Сколько у тебя там загрузилось? Не знаю. 9 минут там написано. Это потому, что у меня комп, он жесткий, у меня даже экспойлер, блин. Зараза. Тебя, подожди, отмени, короче. Сейчас, подожди, отменю. Да? Отменяй. Сейчас жди. Короче, вот на прямой. На рабочий стол. Ну, круто. Вот, можешь сейчас открыть, а потом вот и... А, ну я перекину. Если ты хочешь стол вынести, да. Пароль 123, 123, 123. Окей. Во. Это чё? Поздравляю тебя. Да блин, у того пацана то же самое было. Ты же сказал, у тебя другой. А ты знаешь то, что читеры это... Как бы... Ну... Ну я же не читер. Плохо. А ты хотел? Ты сейчас, главное, ничего не нажимай, то один пацан нажал удалить Windows. Не надо удалять Windows. Ну вот, короче. Ну вот, что делать будешь? Я сам не знаю. Короче, читай дополнительную информацию. Чего? Дополнительную информацию читай. Где? Она наверху. Нет, вот, дополнительная информация, читай. Windows заблокирован за использование четырех и прочих шотландских программ. Любые действия... Ты это, говори... Любые действия, связанные против баннера, могут привести к потере важной информации. Перезагрузите перезагрузку до ETC Windows. А сейчас замолчи на несколько секунд. Хорошо. Короче, ну, как бы, я тебе дам пароль, только тебе... Ну, давай.
Надо постараться, чтобы я тебе дал пору. Что мне надо сделать? Ну, можешь поплакать. Я не хочу плакать. Ну, тогда я пароль меняю. Я чисто сейчас это уйду. Не надо. Не надо, почему не надо? Пароль хочу. Ты же читер. Я не читер, я хотел читерить. Что ты хотел читерить? Хотел поразвлекаться. А ты знаешь, что эти шпионские программы, да? Вы мешаете вот с этими программами другим людям. Понимаете это? Да, я больше не буду. Да конечно, не будет он больше. Да, я не буду. Не верю я тебе, то, что ты больше не будешь. Блин. Ну, короче, у тебя есть дома тарелка? Тарелка? Да. Да, на кухне есть. Разбей ее. Не хочу, меня мамка убьет. Ну, если убьет, ну ладно, пацан, давай, удачи, я отключаю. Не надо. И лучше компьютер не перезагружай тебе без звука. Не да. Надо, не выключай. Короче, Степа, неси тарелку и бей ее. Блин, меня мама убьет, я не хочу. А ты лучше не води, у тебя пароль, смотри, сколько попыток ввода пароля 3 осталось. Блин, дай пароль. Короче, иди за тарелкой и разбивай ее. Блин, нет. Я считаю, короче, до 10, да, и я отключаюсь. Я это про... Не надо. Считаю, короче, до 10, раз. Нет, не надо. Беги быстрее за тарелкой. Нет. Чё нет? Я тогда отключусь. Ты не знаешь, тебя мама убьет за это. Давай, беги быстро. Нет, там тарелки импортные. В смысле? Их подарили маме на день рождения. Конечно. Ну давай, давай, давай. Не хочу. Чё ты не хочешь? Разбивать тарелки. Ну тогда иди попсихуй. Пари. Нет. У меня братик спит. Ну, заори, короче, на всю комнату, ну, на весь дом, типа, я дебил. А не то я отключусь. Я тебе реально говорю, я отключусь. Не надо, дай пароль, ну дай пароль. Нет, ты заори на все, я дебил. Я тебе дам пароль. Ну блин, я не хочу, дай пароль. Ладно, пацан, тогда я отключусь, все. Ну ты знаешь, ты дебил, дай пароль. Так я ж дебил, я тебе не дам пароль. Ладно, все, пацан, я отключаюсь. Блин, где он? Пацан, слушай. Да. Сейчас отключусь, да? Твоя мама придет, лучше до ее прихода компьютер не выключай, не то у тебя все удалится с компьютера. Ты дебил. Ну. Кстати, ну, это. Привет Ютубу передашь? Да. Давай. Давай. Так вот, мы поймали еще одного школу-логера. Ну, короче, всем пока. С вами был Амхих.